суставы. Крутим в плечах. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В локтях. Другую сторону. 2, 1. Запястье. Другую. Вперед-назад ручка. В стороны. Пальчики. Теперь ручки сложили у груди и крутим корпусом. В другую сторону. Хорошо. Теперь крутим попы. Другую сторону. Все по 7 раз. Достаточно. Теперь правой ногой крутим в тазобедренном суставе. Если есть необходимость, то можно за что-то держаться. Носок на себя. Другую сторону. Теперь колено. Следите, чтобы крутилось только колено. Другую сторону. Голеностоп. Другую сторону. На себя, от себя носок. Теперь пальчики. Хорошо. Теперь левая нога назад. Если есть необходимость, то держимся за что-то. Стараемся, чтобы корпус не работал. Работала только нога в тазобедренном суставе. Еще два. Один. В другую сторону. Стараемся выше. И дышим. Достаточно. Колено. Хорошо, в другую сторону. Хорошо, голеностоп. Достаточно, меняем. На себя, от себя. Хорошо, пальчики. Вот и все. Пусть наши суставы будут красивыми и здоровыми.